Чистота в местах скопления людей сейчас актуальна как никогда. На предложение проверить качество санитарной уборки ведомство реагирует оперативно. Представители Министерства транспортной и дорожной инфраструктуры и административно-пассажирской инспекции Московской области провели рейд на станции Люберцы-1. Несмотря на карантин, введенный в столичном регионе, здесь наиболее повышенный пассажиропоток. На территории ЖД-станции в электричках чистоте и дезинфекции сейчас уделяется повышенное внимание. Специально созданная комиссия вместе с жителями проверила работу санитарных служб, в частности, на поручнях, турникетах, лестницах и переходах. В соответствии с законодательством и требованиями руководства и служб соответствует нормам, и нарушений не было выявлено на настоящий момент. На сегодняшний день вопросов к нам больше не было. Представители Министерства транспортной и дорожной инфраструктуры и административно-пассажирской инспекции ежедневно проводят проверки на ЖД-объектах, в том числе во время санитарной обработки, которые проводятся круглосуточно. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.